Всем привет! Сегодня у нас будет очередное прохождение кошмарочек. Будем бомбить уже пятые кошмарки. У нас ворожей уже на эволюции первой. Скоро будет вторая. На Тавра мы сейчас отсюда выбираем, ставим тыковку, нашу любимую. Вот такую вот. Вот такой у нас составчик. Подкачался еще ворожей. Ну и плюс я поднял героям немножко просветы. У нас уже сила почти 64 тысячи. Так, ну что, побежали. Будем пробовать бомбить кошмарки 5. Тут будет, конечно, сложно очень. Но думаю, что-то да сможем. Немножко я прошляпил магию. Ладно. Так, душика морозим. Капитан Дрейк. Ну, капитан Дрейк нам не особо страшен. 5-1. Не то чтобы изи, но нормально. Затащили. Обязательно, ребята, лайкаем видосики, делимся видосиками с китайки. Прокачиваю аккаунт специально для вас, для того, чтобы вы знали, кого качать, и чтобы помочь молодым игрокам. Так, 5-2. Ну, 5-2. Тут у нас есть череп, но мы на черепе разгоняться не будем. Мы будем пробовать отсюда зайти с Арктики. Потому что у нас печалька будет на черепе. Так, сейчас попробуем. А в принципе, почему печалька? У нас есть Фрея, которая просто тупо снимает с черепа его щит, основное умение. Так, башни, смотрю, нормально так дамажить начали. Тыковка, давай, разгон. Ну, ворожай у нас уже подхилит нормально. Так, думаю, на шестых кошмарках нам уже все-таки придется сделать эволюцию тыкве нашей и поставить ее в свиток, чтобы ее не станили. Свиток у нас уже открыт. И будет у нас тыковка со свистком. Ну, видите, как башни уже начали станить. Уже побольше, попроблемнее. Мы даже слили хранителя. Ну, чё, это не беда. Все равно затащим до 3. Вот как-то так. Вот что решает правильно прокачанные герои с определенными талантами. Так, 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 так. Побежали дальше. 5-3. Так, что тут у нас? Триантики, друиды. Можно, в принципе, так и череп вижу. Начнем с угла отсюда. Так, выпустили всех. Усиление. Неплохо, неплохо, да, дамажит. Ух ты, обратка прилетела. Так, откуда обратка? Обратка идет от Дрейка. И он нас просто тупо сливает. Все. Значит, будем проходить через капитана Дрейка все-таки. Не проканает тут наша тактика. Будем тащить через кэпа сейчас. Вариантов просто больше нет. Так. Ну, тут единственное, надо будет сейчас разобраться тогда с черепом. Потому что у нас просто посливает. Хотя можно, в принципе, Дрейка отвлекать и юнитами, но мы бегаем пока без юнитов. Нам самое главное добраться до 5-10. Так, смотрим, что там у нас череп. Ай-яй-яй-яй-яй, как череп нас разобрал. Сволочь-то, а?
Окей, значит, пробуем так же, как мы заходили, просто будем морозить. Не хочу брать сюда одержимого, можно, в принципе, содержимое попробовать. Либо питомца выставить, но пока нам в этом надобности нет. Как видите, уже у нас начинаются проблемы. Так, раз, два. Выпустили всех. Ускорение. Так, морозим Дрейка. Ух ты, как крит прошел. Вот это я понимаю. Ну, все. До свидания, череп. Ой-ой-ой, что это было? Что это такое? Не понял. Ха, хрена себе. Вот это, конечно, да. Затащили, слили героя, а нас просто тупо затоптали. Из-за того, что тыковка не дает дальше разгон. Жесть. Хороший заход был. Ладненько, пробуем еще. Надо тыковку подкачать. Так, Дрейк. Ай-яй-яй, зря я заморозил там башни. Так, самое главное, чтобы... Все, Анубис нормально. Самое главное, чтобы Анубис у нас не просел, так как он танчит на нем все эти башни. Для этого надо, чтобы ворожай все время его отхил давал. Ему... Ну, вроде нормально. Справились. Как видите, я уже взял сюда гильдейскую магию, чтобы герои так не проседали. Башенки тут больно кусаются. Ворожай с каменкой тащит. Получше урон держит, чем он убес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ворожай. Отхил. Бля, ребят. Ну, 50% хотя бы есть. Все, тут сейчас мы сольемся. 52% нам не мешает. Идем дальше. Потом вернемся сюда и нагнем ее на 3. Но это не точно. Тут надо немножко других героев, но мы пока трешуем такими. Кстати, Фрейя неплохо заходит, если вы не заметили, против черепов, снимая с них баф, когда они остаются. И это нам помогает просто на изи проходить. Так, 5, 4. Смотрим, что тут у нас. Тут у нас тоже веселая подземочка. Будем начинать ее вот отсюда сверху. Начиная с Анубиса всех выпускаем. Усиление. Ух ты, как Анубис хорошо бьет. Но тут у нас опять проблемка, ребят. У нас герои уже более усиленные идут. Эй, 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 где подхил? Все, тыкву слили. Беспонтово даже. Будем пробовать со стороны черепа снизу заходить. Либо же надо брать сюда одержимого. Видите, тыковка уходит в стан. И у нас уже начинаются проблемы. Можно, конечно, юнитов нанимать. Но сейчас попробуем так. Если что, потом юнита возьмем. Так, пробуем. Раз. Два, начиная с Анубиса всех выпускаем. Морозим. Тут и гарпия у нас есть. Если ее не слили, то у нас начинаются очень большие проблемы. А гарпия у нас слила ворожая, который нам дает подхил. Соответственно, мы сейчас просто тупо сольемся. Хотя всех героев слили. Аналогично, что и в предыдущей подземке у нас получилось. Так. Все есть. Побежали. Дальше штурмовать. Раз, два. Выпускаем всех. Усиление. Морозим. Да, надо все-таки брать сюда юнитов, потому что у нас начинается стан, видите, и мы просто... Просто висим, тыковка не дает разгон. Либо же тыковку кидать на эволюцию. Одно из двух. Так.
Так, 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 нанимаем юнитов. Думаю, нам сейчас одной казармы хватит поначалу. Да, не так все сладко, как в предыдущих подземках. Магия наша пропала, сейчас нас просто супер. Самое главное теперь, чтобы нас Анубис не слился. Если он сольется, то все, наши герои просто сейчас поубивают по одному. 25%. Не, хорош, хорош, хорош. Хранитель, держись. Тыковка, давай разгон. Нормально. Должны взять 3 звезды. Но это не точно, опять же. Сейчас тыкву сольют. Либо ворожай опять, вот как сейчас будет тупить. И мы в жопе будем. Полный. Смотрите, он в стане сколько стоит. Юниты у нас закончились, все. До свидания. Жесть просто. Просто жесть. 49%, ребят. 49%. Вот что пожадничал нанять еще юнитов. Это топ-трэш-контент. 49%. 1% нам не хватило. Обидно, однако. Так, мои есть. Нанимаем уже 2 казармы. Что делать? Да, обидно, обидно. Поехали. Опять испытывать удачу. 5-4. Надеюсь, меня бомбить тут особо не будет. На этих подземках. Не понял этого прикола. Арктика еще и ударила. Это жесть просто. Каким образом, непонятно. Она была заморожена. Да, конечно, ворожай нас подвел. Как можно было в стане столько стоять? Вообще непонятно. Просто дай там минимальный отхил и все. Обидно. Поехали опять. 5-4. Что делать? Трэшуем. Так, есть. Магия. И спамим юнитами. Ну тут, конечно, сейчас будет очень сложно. Так. Юнитами наспамили. Тыковку слили. Красавчики просто. Просрали тыкву. Соответственно. Слились. Жесть, жесть, жесть. Так, юниты опять. Вот почему нельзя было сделать в обнове, добавить вот этот набор? Нажал раз, и все нанялись сразу. Харит. Какую-то фигню ввели, а реально по делу, чтобы упростить какой-то геймплей. Ни хрена не сделали. Так, пошли дальше трэшевать, что делать.
Так, что за фигня? Почему оно без сливается? Что такое? Что за неподобство? Где криты, блядь? Где урон? А ну без бей! Бей! Блядь, мудила, ну. Как так не ударить? Что это было? Ужас просто, уже начинает бомбить. Закрывайте ушки, ребята. С Минотавром, конечно, тут бы мы на изи затащили все. Уже б, наверное, до седьмых добежали. Но неинтересно это мне. Так, как видите, проблема тыкви, надо все-таки свиток. И мы никуда от этого не денемся. Так, пополнить. Опять юниты. Попробуем сейчас вообще со стороны забежать. Не через героя, вообще просто со стороны. Через арти, конечно, немножко неудобно бегать, но там герои все кучно выходят. Или попробуем через гарпию. Так, тут у нас варлок, гарпия. Даже, думаю, получше будет даже здесь забежать. Раз. Два. Начиная с Анубиса всех выпустили. Ускорение. Так, нормально, нормально, нормально. Тыковка не дохнуть. И на ком мы слились? Откуда нам, откуда прилетело? А прилетело от капитана Дрейка. Понятно все. Значит, оставляем метельку на капитана Дрейка. Делаем то же самое все. Я юнитами, как обычно, не спамил. Так, магия есть. Побежали. Раз, два. Выпустили всех. Ускорение. Морозим Дрейка. Спамим. Фарлок. Ёб твою мать. Ну чё это такое, ну? Я целюблю. Что же будет дальше? Неужто нам придется? Делать эволюцию тыковки. Хотелось бы, конечно, не ее делать сначала, но... Смотрю, что скоро придется. Так. Ну, хрен его знает. Давайте уже попробуем еще с другой стороны уже. Что нам уже терять? Раз. Два. Три. Четыре. Так, нормально. Вроде нормально. Морозим. Ее спамим. Блять, ну как так тыква слилась? Ну что это такое? Ну каким хреном? Ворожай, давай под хил. Может, еще так затащим. Ну все, вся надежда на то, что мы сейчас просто... А какой хороший, удачный заход был. Вот у нас уже начинаются реальные сложности на подземках. И это показывает то, что надо все-таки тыковку эволюционировать и ставить ей свисток. Так, нанять. Немножко, как видите, сервер подлагивает. Так не хочется портить такую тыкву. Так, магию.
О, нормально. Хоть нормальное хранилище дали, наконец-то. Раз стукнул и все запомнил. Вот так должно быть всегда. Так. Пополнить. Побежали дальше бомбить. 5-4, мать его. Это писец, а не 5-4. Ну что это было, блядь? Что это было? Почему вы не смогли слить долбанного? Нет слов просто. Все посливали, блядь, этих оставили, ну басов каких-то. Просто нет слов. Вроде казалось бы, дворж этот, а ну все зачистил. И хрен там. Ну все, смотрите как, блядь. Просто нас, блядь, разорвали, как детей. Ладно, попробуем по-другому. Попробуем другую тактику, ребят. Попробуем сделать. Ну, хотя, с другой стороны, нам сразу ответка прилетит. Ничего мы тут так не сделаем. Давай, залп. Есть. Что это такое? Как не убить Харгула, блядь? Никакого-то... Я даже не знаю, что сказать на это. Смешно просто. Ладно, пробуем морозить тогда сразу там же. Что делать? Какой вариант еще? Видите, автопрокеры с обраткой сразу же просто тупо хреначат. Тот же самый душегуб, гарпия. Он просто с плюшки сносит моих героев. Просто с плюшки. Поэтому надо им делать эволюции. Хотя тут даже это не помогает. Нас хреначат как детей. Так, ну давайте попробуем вот отсюда, где меньше магических башен. Попробуем вот так вот это все сделать дело. Ну, вроде. Самое главное, черепа. На черепа сейчас. Черепа, черепа, черепа. Красавчики. Красавчики. Ну, вот можно просто через башенку. Тыковка, живи! Ой, блядь, что вам сказать, ребят? Надеюсь, надеюсь, что мы сейчас все-таки... Ворожай нас не подведет. Тупой. 37-38%. А ну без живи. Блять, если сейчас ворожай еще просядет. 40. 41 и все походу. И походу мы опять в той же самой. На букву Z. Вы сами знаете, о чем я. 43%. А все из-за того, что ебаная тыква побежала вперед. Какого хрена? Чего ты туда бежишь? Бомбит уже, бомбит от этой подземки 5-4. Но ничего не сделаешь. Так и должно быть. Сейчас будем опять пробовать с этой стороны забегать, где меньше магических башен. Потому что просто нереально. Тыква в стан уходит, ворожай тоже в стан уходит. Можно, конечно, сделать по-другому. Сейчас мы это с вами сделаем. Поменять. Артефакты. Есть. Улучшить. Раз. Третий. Ну, третий хотя бы пусть будет.
Сделаем перестраховочку. Вот так попробуем сделать. Может, повезет. Не уверен, но... А вдруг? Ну, делаем все то же самое. Раз, два. Начиная с Анубиса, они его заряжают. Анубис ударил раз. Анубис ударил два. Так, смотрим. Анубис ни хрена не бьет. Арктика бежит к нему. Череп бежит. И тыкву сливает благополучно. Ну, все как обычно. По феншую, ребята, получилось. Значит, пробуем с другой стороны. Да, насколько? Так, раз, два. Ну, тут, блин, далеко магию это все выбрасывать. Так, все, с обраткой Дрейка осталось слить только. Так, тут этих морозим. Так, ну самое главное, чтобы тыква сейчас, дура, опять не побежала вперед. Что она и делает. Ну, 37, думаю, все, хух. 48, 50. Все нормально. Все-таки, возможно, и помог нам свисток на ворожей. Он хоть в стан не так уходит. Конечно, он не пятого, но есть. Отлично. Отлично. Ставьте по лайку. Побежали дальше. 5-5. Так. Черепа, черепа, черепа. Люблю я вас. Ну, мы сейчас постараемся вас просто слить. Так, раз. Два. Три. Пробуем пока так. Дракона вроде подслили. Так, обратки пошли. Снеговик. Снеговика придолбили. Ну, вроде все. Остался только один и второй череп. Надеюсь, Фрейя сейчас его чпокнет. А, все нормально. Он, кстати, вот тоже плюс. Череп на завис на Фрейе. Ну, изи, изи. Изи просто. Отлично. Вот так вот должно быть сразу, с первого раза, блин, они бомбить. Но без этого тоже никак. Думаю, нас дальше еще больше будет бомбить. Так, есть. Вот она. Сука, думаю, тут сейчас мы будем трешивать очень долго. Ну ладно. Попробуем, давайте попробуем отсюда. Ай, магию кину. Затащить поверху, пойти. Тут, конечно, блин, печально все будет у нас с Анубисом, потому что он вообще не для этой подземки предназначен. Ну, попробуем. Раз, два. Выпустили всех, зарядили. Так, пробуем, пробуем. Первый разгон есть. Все. Видите, что делается? Вот почему здесь Анубис не особо хорош. Да, вот тут мы можем застрять, ребята, надолго. Сейчас мы еще потестим пару раз. Если что, уже будем качать тыковку под эту подземку. Очень много обратки. Попробуем отсюда зайти вот так вот. Тут они, суки, дебафят. Я еще и магию не туда кину. Ну, вроде отсюда неплохо получается. Ну-ка, еще разок. Дали нам там какую-то ачивку, но нам сейчас не до ачивок.
Так. Что, пробуем еще разок. Раз, два. Анубис. Усиление. Давай, давай, Анубис. Хорош. Но тут, думаю, у нас сейчас просто, блядь, тупой ворожей. Хотя, в принципе, у нас есть шансы. Ворожей они не так просто сольют. Анубиса тоже, не думаю, не сольют. Видите, героев слили. Самое главное, что у нас есть ворожей. Теперь вопрос, насколько далеко мы сможем за это время забежать. Есть три черепа. С черепами, думаю, мы тоже сейчас справимся. По одному. Рай их досливает. Они нам не проблема. Ну, пробуем. Не знаю, 2 минуты. Не знаю, сколько мы тут затащим. Очень много магических башен. Обидно, обидно, тыковка сдохла. Вот видите, почему здесь есть смысл делать все-таки и вторую эволюцию. Так, ну что, трешуем, ребят, минута 24, у нас только 8%. Возможно, есть смысл попробовать на Анубисе сейчас свисток. Будет получше, хотя крита тогда не будет. 10%. Ну, доспех, конечно, дамажит неплохо. 14. Сейчас будет где-то 20. Дальше у нас пошли башенки такие. Нет, думаю, что не хватит нам. Нужно все-таки ускорение. И очень много юнитов сюда, наверное, придется брать. Да, без вариантов. Ну, героев слили. Это уже плюс. Так, пополнить. Да. Давайте еще один пробный заходик, если нет. Попробуем уже с прокачанной тыковкой сюда прийти. Так, 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 так. Магия. Пополнить магия. Все есть. Нанимаем максимум юнитов. Все равно неплохо таким составом. Мы уже добрались до 5-й кошмарочки. Половину почти затащили. Так, раз, два, понять. Ну что, поехали. Раз, два. Два, я сказал. Проебали время. Так, ну убивайте, убивайте эту гарпию уже. И... морозим здесь. Ну все, тыква все равно сливается. Без вариантов, ребят. Единственный вариант еще сейчас с хранителем. Возможно, будет что-то получше получаться. Сейчас попробуем. Ну, не факт, не факт. Так, череп, 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 череп. Нормально, череп агрится на голубей. Вообще супер. Нравится, нравится, очень нравится Фрея. Смотрите, даже в подземках она просто реально... топчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Сволочь. Эх, 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 эх. Печально. Обидно. Ну, пусть будет так. Прокачаем тыковку, посмотрим на изменения. Хотя бы увидим, нужна ли здесь тыковка.
с эволюцией, со свитком. Поможет ли она нам за это время слить. Все, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока.